Парк «Зелений Гай» – місце на Урбальській Балті між стадіоном «Метеор» і проспектом Олександра Поля. Старожили знають його як парк імені Ленінського комсомолу. Колись прекрасний для відпочинку, потім надовго занедбаний. У 2017 році тут розпочали капітальний ремонт центральної алеї парку під новою назвою «Зелений Гай». Ведуться роботи по вичищенню сухостоя в цьому парку. Аварійні дерева удаляються. Тому хотіли б заспокоїти громадян, що це не ліс рубять, щепки летять, а це планові роботи. Потому что многим деревьям здесь больше 50 лет, и они могут предоставлять опасность жителям города. Вот. Укрепляются склоны данного парка, устанавливаются лавочки. Была установлена детская площадка, открыт роллидром. Тюбинковый спуск работал здесь, в этом парке, зимой. Мы решаем еще технологические задачи. Рыбальская балка, это проблемная балка, это тоже часть этого парка, в которой просто застаиваются воды, и эти воды потом давят на грунт, в результате чего грунт проседает. Есть угроза, скажем так, оползня опасным движением. Вот в ходе этих работ мы сделаем водоотвод, то есть эта вода будет уходить, она не будет застаиваться. Всегда есть сложности. Тот же самый Алузький водовод, по СНИПам и по ДБНам, возле которого ничего нельзя делать. Ну, стараемся, меняем проектные решения какие-то, щоб все було грамотно і качественно. На спортивно-розважальний майданчик уже приходять діти. Батьки радіють, дуже зручно мати місце розваг недалеко від будинку. Дуже подобається, цього не вистачало тут. Ближайший парк – це парк Глоби, тому дуже вовремя його построили. Сюди якось не ходили. Ну, тут, в принципі, негде було гуляти, тому і не заходили. Знали о площадці. Тепер хорошо, є куди вийти з дітьми. Роботи на алеї парку «Зелений Гай» планують закінчити до Дня міста. Решту – в найближчі роки. Оновлюють зараз і старий парк імені Володі Дубініна. Створили його в 1967 році в районі проспекту Гагаріна. Станом на сьогодні встигли реконструювати частину парку. Зараз ми, виходить, знаходимося от в цій частині. Тобто тут у нас знаходиться зараз ігрова площадка, яка була построена в прошлом году с новыми игровыми элементами. Это современное оборудование, которое установлено у нас в городе. Таких не было детских площадок. Здесь применены материалы, которые безопасны для детей. Безопасность в первую очередь. Здесь люди могут прийти с детками прогуляться, а там дальше территория огорожена, ведутся строительные работы. Большой очень объем работы и очень большой объем финансирования. Включая два года, 17-й и 18-й год, запланировано финансирование на 12,5 миллионов. А общая сумма работ у нас 65 миллионов. К сожалению, для города это большая нагрузка. Мы в этом году мы не сможем открыть. Місцеві мешканці кажуть, раніше тут нічого не було, тільки дерева. Радіють, що вже зараз можуть зручно і безпечно відпочивати і самі, і з дітьми. Я взагалі тут жила всю життя, знаю, відносно. Тут стояло все поломане, старе, ну, в общем, особо мало хто тут гуляв з дітьми. Не дуже, да, м'яко говоря, не дуже було, а зараз тут добре. І цвіти понасадили везде, клумбочки, і тут посадили все, і поливають. И ухаживают вообще, и чистота, порядок. А раньше как было? Ой-ой-ой-ой-ой, что тут говорить, как раньше было. І бардак був такий. А що тут говорити? Вообще. Не парками єдиними. Наразі активно йдуть ремонтні роботи в селищі Авіаторське. Тут ладнають нову дорогу до аеропорту. В этом году ми плануємо повністю замінити все асфальтобетонне покриття. В первую очередь это и проездные дороги, и внутриквартальные дороги, то есть на ремонт внутриквартальных дорог в этом году было с городского бюджета выделена сумма 10 миллионов гривен. То есть у нас две задачи. Это заменить покрытие и выровнять профиль с тем, чтобы воду отвести с дороги. Місцеві водії задоволені, мешканці скептичні, побоюються, що це все, на що спроможна міська влада. Ну, раніше вбита була. А сейчас классно. Да. Я не местный житель, но бываю здесь довольно часто. И как? Ну, по сравнению с тем, что было небо и земля. Яма на яме. Ну, а теперь красота, конечно. Боимся, что вот этим вашим показушным сезоном, этим операцией вот этой, вот там дороги не будут делаться. Вот, сделали кусочек. Здесь ездят огромные фуры,
которые через полгода эту дорогу разобьют. Не, ну, пожалуйста. Да, дорога – это хорошо, но у нас, кроме дороги, очень много проблем. А можете вы как-то решить вопрос с фур, вот, организацией? Фуры километровые проезжают здесь, они же… Мы, наверное, да. Мы, наверное, Леша, подготовьте распоряжение. Мы, наверное, ограничим въезд туда грузового транспорта. Пусть они себе дорогу… Там есть какой-то заезд еще? Да, вот есть заезд. А Тарасов, гостиница, аэропорт… Это же городская уже черта. Конечно. Делайте распоряжение поставить здесь вот знак грузовой, они пусть заезжают оттуда. По поселку Авиаторская, в связи с тем, что здесь проезжает большегрузный транспорт и наносится ущерб асфальтобетонному покрытию. Кирило Бережний, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.